Самарская губернская дума приняла главный финансовый документ губернии в первом чтении. Самарской бюджет области, дефицитный, так как из-за пандемии регион несет финансовые потери. Тем не менее, на социальные пенсии. Нужды будет это потрачено более 100 миллиардов рублей. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, в это сложное время мы людей не бросаем, а поддерживаем. В проекте областного бюджета на оказание комплекса мер социальной поддержки граждан в 2021 году зарезервировано на 2 миллиарда рублей больше, чем в году 2020. И это на 5 миллиардов больше, чем в 2019 году. На 5 миллиардов. В целом объем обязательств по социальной поддержке населения в 2021 году по сравнению с годом 2019, не кризисным, вырастет почти на треть, на 28,5%.